Каспийские сотрудники СОБР Росгвардии отметили свой профессиональный праздник – День специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. Отметим, что подразделение с первого дня своего существования принимало активное участие в борьбе с международным терроризмом, а также отстаивало мир и порядок в родной республике и за его пределами. От имени начальника регионального управления Росгвардии генерал-майора Александра Орехова бойцов отряда поздравил полковник полиции Арсен Абдуллахов. Все эти поставленные задачи, которые были, они выполнены в полном объеме. От руководства, от командующего Северо-Кавказского округа, от начальника управления вам благодарность за проделанную работу. Успехов вашим семьям, всего наилучшего. Будьте здоровы. Кроме того, в праздничных мероприятиях приняли участие в Рио командиры СОБР «Ястреб», Каспийск, подполковник полиции Ахмед Ахмедов и бойцы отряда. Они отметили, что сотрудники дагестанского СОБР всегда отличались мужеством, профессионализмом и преданностью своему нелегкому делу. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу и минутой молчания в память о павших войнах.